Вот такие дела. Я оказался на корабле, который должен был исчезнуть в поисках того, чему не стоит быть найденным. У меня была причина. У всех нас. Возвращение домой. Затем я нашел его. И все изменилось. Операция «Аврора». Кажется, я нашел ее часть. Чё? Чего? Да, детка, сержант, дай сюда. Давай, Престон. Нет, погоди, я подключил Ягуайра. Да. Выходит, что мы знали о существовании скалярного оружия у японцев в годы 43-го. Операция «Аврора» была самоубийством. Командование посылало людей на смерть. Уайт, Фарадей. Уайт? Так они знали? Да. И даже заранее записали их в потери. Хотели выяснить, как действует оружие. Стой. Так, используй код Sierra Foxtrot 1079. Префикс армии США, но на нашем уровне доступа он ни о чем не говорит. Сколько там? Трудно сказать. Пока один. Забирай и уходи как можно скорее. Слишком много гадов вокруг. Вытаскиваем всех агентов. Вас понял. Русские наседали крепко, и ситуация все больше накалялась. Мы отправились на север, на встречу с Ягуайром, чтобы затем унести ноги. Почти получилось. На вид ничего серьезного. О, так всегда она! Даже трое из-за бабы жопой накрылось. Ну ладно. Трое! Илиада! Охрененная книга! Мы добыли, что надо. Осталось доставить посылку Ягуайру. Да. Я тоже ничего не понимаю. Ты нашел о нем данные в компьютере? Секретный агент! Бред какой-то! Вашу мать! Это ракета! Сейчас разберу! Хорош, братан! Не время для героизма! Давай, чувак! Двигай! Я справлюсь!
бери на прицел. Вижу пехоту. Минута, может, меньше. Что ж, остались только мы. Ладно, за работу. Противник слева от дороги! Через лес! Левый фланг! Левый фланг! Вижу еще противника! Престон, давай назад! Снайперы! Пехота справа от дороги! Поехали! Престон, давай назад! Снайперы! Господи, да сколько же их тут? Эти русские что, всю страну скупили? О, черт, СНО ставят! Твою мать, попробуй перебежать по другой! Прикройте! Всегда знал, что стрелять ты умеешь. Воздух! Просто БМТ с четырьмя бойцами! Говно вопрос! Всегда знал, что стрелять ты умеешь. Просто БМТ с четырьмя бойцами! Говно вопрос! Ready?
Готово. Посмотрим, куда он. Браво-2, это Браво-2, как слышно? Сержант? Сержант! Свитуатер на связи! Я с Марлоу. Повторяю. Браво-2, это Браво-2, как слышно? Сержант! Сука, ну почему, блин, когда начинается форменная вешалка, отряд все время разделяется? Черт, не прет нам конкретно. Может, блин, и прав. Может, стоит следить за колесом кармы? Ну ты понял, Марлоу, пошли. Он у нас. А вот пилота взяли в плен, и без него мы не уйдем. Браво-2. Либо связь плохая, либо вы идиоты. Нам нужен состав, а за пилотом пошлем отряд. Состав? Откуда вы знаете, что это состав? Вы говорили, что понятия не имеете, что на корабле. Браво-2. Вынесите его в мой квадрат. На героическую хрень в духе своих не бросаем, времени нет. Координаты я передал. Выполняйте. Что будем делать? Да говорите уже, ядрен батон! Ну, блин, вы как хотите. А я думаю, пора сгонять за нашим конченным пилотом-либералом, которого я зову другом. Хэггард, я впервые с тобой согласен. Знаешь, куда они дели Флина? Не совсем. Куда-то туда. Короче, вытащим его. Спасибо, дружище! Спасибо, мужик! Пошел!
Флин. Спасибо, брат. Спасибо, мужик! Спасибо, что прикрыл жопу, парень! Я думал, ты пацифист. В свое время даже Будде пришлось кое-кому жопу надрать. Эй, Анистер. Молодцы, четко работаете, парни. О, получи. Ух ты. Это просто чума, братан. От них рак, кстати, бывает. Я не знаю, как вы собираетесь свалить отсюда. Там где-то внизу база была, с вертушками. Много вертушек, так что... Ладно, понял. Погнали. Смотри, квадроциклы, слава богу. Умеешь водить, блин? Конечно. Но лучше бы... Тут база вертушек рядом. Хорошо. Погоняй. Кто выиграет, тот не лузер. Еле плетешься, сержант! Скотина! Эй! Тебя сестра учила водить, Свит! Сейчас наглотаешься моей пыли, Кага! На снегоходах я бы тебя точно обогнал! Это не снегоход! Снегоходы для слабаков! Эти паристы, думаешь, так и надо? До добра это не доведет.
да ладно тебе, хорош! Так знал, что на машину все свалишь! А вот и база. Надо пробиться чему к площадке. Чему должно было тебя научить Вперед. Слиц? Тому, что я тебя превосхожу по всем статьям. За деревенщину! А вот и база. Надо пробиться к площадкам. Вперед! А вот и база. Надо пробиться к площадкам. Вперед! Машина подходит! А вот и база. Надо пробиться к площадкам. Вперед! Кто-нибудь на вертушку и разнеси их! Я пошел!
Найди укрытие! Смотри, коробочка противника! Пресса, заступили, парни! Нужно ему помочь! Кто-нибудь на вертушку и разнеси их! Кто-нибудь на вертушку и разнеси их! Поехали! Estoy recargando! ¡Cúbrame! ¡Me están moviendo! ¡Y la pequeña del objetivo! ¡Oye, abandoné! Все на борт! На борт! Взлетели! Летим! Поехали! Буэр выходил на связь. Он в 80 километрах к... Арну! Сними их с хвоста! Слышишь? О, черт! Они вертушки подняли! Нельзя рисковать! Пойду под радарами сколько смогу! Эй! Внизу вражеские квады! Ну, вижу! И чё? Там сзади козлы с РПГ! Гулер! Омбрелино! Ты разворачиваешься? Да, да! Пытаюсь снизиться! Так, разворачиваемся! Давай ко второму пулемету, Марлоу, бери тот фланг! Если так и дальше пойдет, мы готовы. Может и нет! Попробуем вытащить нас по-другому! Пальни гребаную вертушку! Мочи! Что это? Колонна на горной дороге! Справа! Удобная цель! Подсветите ее! Тряхнем-ка стариной, парни! Блин, какого хрена мы делаем? Срезаем! Марлоу, выноси дуры! Там козлы и стол! А ты что думал? Нашпигу их свинцом, окей? А ты не похож на пацифистов, блин! Покупок хатеистов не бывает, старик, а попадешь к русским! На пытках секунда вечностью покажется! Готово! Выдвигаемся! Смотрим в оба!